Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать вам про кодирование картин. Кодирование картин – это осознанное кодирование вашего подсознания путем создания арт-объекта, или в нашем случае картины. А как закодировать картину или чем мы занимаемся на моих арт-встречах? Мы создаем картины, но с особым смыслом. Мы берем чистый холст и на нем пишем слова. Важные слова для вас, в значимом для вас порядке. Эти слова мы закрываем слоями краски. Как в детстве, помните, была такая игра «Секретики», когда мы закапывали какие-то фантики и то, что для нас имело значение. Здесь то же самое, только мы здесь закрываем слова. По итогу получается готовая интерьерная картина, ну или арт-объект. Размещая этот арт-объект в интерьере, в офисе или дома, эта картина начинает работать с вами, с вашим подсознанием. Каждый раз, когда вы видите эту работу, даже если вы думаете о чем-то другом, чаще всего люди забывают, что написали, но если написать это искренне, от всего сердца и прочувствовав каждое слово, то ваше намерение или желание, назовем это так, сбывается. Как это работает? Каждый раз, когда вы видите эту работу, даже если мельком вы видите, буквально вот чуть-чуть вы видите эту работу, у вас каждый раз включается на подсознании то, что вы туда написали, те слова, которые имеют для вас значение. На моих арт-встречах мы можем создать не просто арт-объект, а волшебную картину вашей новой жизни. Конечно же, я приглашаю вас на мои арт-встречи, на которых мы создаем арт-объекты или картины, имеющие для вас особое значение. Добро пожаловать в мой красочный мир, и пусть все ваши желания сбываются!